Тут и апостол, ага. Да, очень. Тут просто четыре Евангелия. А мне надо послання до римлян. Я зараз послання до римлян над цим працюю. Головна праця, да? Так, так. А то у мене таку от російську. Добре, нічого. Старою російською, старою. Нічого. В смислі, що це ще перевод 19 века. Синодальний, так. З церковно-славянізмами, з кольмі-пачі, з вия, он і день. Ну нічого, головне, це в духі Божьем. Мені подобається, я люблю красота. В ньому є красота определенна. Якщо цитирую тільки по ньому, не по новим переводам. А, он прям замерзший здесь? Да, ну еще просто загреется. И оно вообще полностью заледеневшее? Да, оно же из этого самого, из морозилки. Тогда это я потом съем. Ага, да. Сам уже. Когда растает все это уже. Не буду тогда убирать никуда, пускай оттает. За ночь оттает, как раз утром будет уже нормально. Ну да. Так. Так. Так, попробую чуть-чуть. Да. Просто хочу уже. Это виноградный? Нет, не виноградный сок. Это кошерный, кашрут. Здесь был виноградный сок кошерный. А, это другой же. То я на шаббат брал. А это. Спасибо большое. Как это называется? Смородина там. Ну это тоже еврей, да, разве? Нет? Или это другой просто в бутылку используется? Один еврей разлил. А, я понял, я назад домой. Я уже так как. Я просто брал на шаббат, значит, и на шаббат уже все. А эту бутылку использую. С пакета и сюда. Ваша. Вот это вот. Она еврей, сейчас покажу. Она если. Где она тут идет? Так, по-моему, так, она под углом тоже, как же. Русская. Вот же. 22 буквы надо выучить. Сяду пару дней, думаю, научу считать. Говорит, 2 дня посидеть. Слоговое, если санскрит когда-то читал там.